образования или избрания в отношении первопричинника к домашнему установленным по процессуальным законам в судебном порядке. При этом представленный материал содержит данные, кто вас в образовании, в работу с директором финансового департамента независимой фирмы частных капиталовложений. Саша тоже нормально вышел. Мы ставили вопрос о том, что данная мера пресечения должна быть отменена ввиду того, что нет никаких оснований нахождения Майкла Каллы под домашним арестом. В том числе мы просили, по крайней мере, предоставить ему возможность прогулки. Однако, к сожалению, суд апелляционной инстанции нам отказал во всех наших просьбах. И это, конечно, очень печально, потому что, еще раз повторю, что мы считаем, что на том следствии, которое находится сейчас, нет никаких оснований к его нахождению под стражей.